никогда не чувствовал большей гордости, чем в те времена, когда выполнял задания с погонами на плечах. Все, чем занимались целых 17 лет, пытаясь все изменить, и ни цента не прикарманили. Ты словил 5 пуль за свою страну, но не можешь оплатить дочерям колледж. Есть работенка? Я на пенсии. Сом, мне нужен пилот. У меня новая пассия. Тебе с твоей пассией до конца дней хватит. Мы можем обернуть свои умения на благо себе. Так что вперед. Погнали. Наша цель — Габриэль Мартин Лореа, глава одного из крупнейших картелей. По моим расчетам, 75 миллионов черным налом. Если мы не исчезнем после налета, мы покойники. После завтрашнего возврата к прежней жизни не будет. Не обольщайтесь, мы все идем на преступление. Все в кабинет. Живо. Господи Иисусе. Кто там? Охрана. Время поджимает, надо уходить. Каждый берет рюкзак с наличкой и отступаем. У двери фургон, а в нем 100 миллионов долларов. Не оставим им эти чертовы бабки. Подожжем дом и уйдем. Еще пара ходок. Я на это не подписывался. Да нахрен. Идем. Пошли! Мы облажались по полной, оставили после себя кучу дерьма! Это деньги не только Лореа. За тобой будет охотиться куча народа. Ты врал нам в глаза. У них все поселки под прицелом. Мы их пройдем. Все окажется куда труднее, чем ты думаешь. Мы столько не утащим. Здесь это верная смерть. Сбросим груз и, может, не сдохнем!